Добро пожаловать на канал Уютный дом. Сегодня с вами будем ухаживать за своим лицом. И сегодня с вами приготовим очень хороший крем в домашних условиях, который будет бороться с морщинами, который будет убирать дряблость кожи, будет разглаживать морщины, подтягивать кожу. Сейчас мы своими руками приготовим такой крем. Все готовится очень быстро, за копейки. У вас все это есть под рукой. И сейчас я покажу вам, из чего состоит этот крем. И для этого нам понадобится простой крем, любой, который у вас есть дома. Можно брать детский крем, можно брать крема Невской косметики, они очень хорошие. В общем, простой крем берите, который у вас есть. Нам понадобится 1 столовая ложка. А дальше берем гель алоэ вера. Если у вас нет гель алоэ вера, то возьмите алоэ. Нам нужен будет сок. Я беру гель алоэ вера, и нам понадобится 1 чайная ложка. Кладем 1 чайную ложку. Нам понадобится витамин D, 3 капли. Витамин D очень хорошо борется с дряблостью кожи, с морщинами. Следующим компонентом я добавляю витамин Е, 3 капли. Далее кладем глицерин, 3 капли. И последнее, что сюда будем добавлять, это масло. Вы можете положить и оливковое масло, и масло виноградных косточек. Тоже очень хорошо подойдет. Итак, 1/2 чайной ложки. Теперь все компоненты надо хорошо перемешать. У нас получился омолаживающий крем, который будет подходить для вашей кожи. Крем перекладываю в баночку. И теперь я могу пользоваться им. Такой крем можно нанести утром, можно нанести вечером такой крем. Он будет увлажнять вашу кожу, разглаживать морщины, убирать дряблость кожи. Маленькая баночка как раз здесь подойдет. Можно его хранить. В холодильнике можете хранить, можете с собой брать. Ну, в общем, все очень просто. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам такой рецепт понравился. Вы возьмете на заметку. Оставайтесь все красивыми, здоровыми, молодыми. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!